Очередное совещание в режиме видеоконференции было посвящено градостроительству. В этом году в Пензенской области разработана программа по устранению административных барьеров в строительстве на 2011-2012 годы. Муниципальные образования региона реализовывали соответствующие программные мероприятия. Однако эта работа не всегда ведется на должном уровне. Документы на строительство оформляются с ошибками. Это недопустимо, подчеркнула начальник отдела Департамента градостроительства Пензенской области Татьяна Николаева. Тем более, что в этом году в Градостроительный кодекс Российской Федерации были внесены изменения. В связи с этим те правила землепользования и застройки, которые на сегодняшний день утверждены, они в той или иной части уже сейчас не соответствуют действующему законодательству. Мы можем судить о том, что не все муниципальные образования в настоящее время правила землепользования привели в соответствие с действующим законодательством. Подкорректировать правила землепользования и застройки руководство муниципалитетов должно в кратчайшие сроки. Светлана Демина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».